внимательно, что будет здесь, хорошо? Смотрим, что организм усложняется от одной клетки к многоклеточности. Какие-то пласты многих клеток мигрируют вовнутрь, какие-то наружу. Как только мы все эти стадии осознаем, мы располагаем в нужном порядке и переходим к следующему этапу, а именно сравниваем разные эмбриональные развития разных видов лягушек и пытаемся понять, какая же именно лягушка у нас вот здесь вот плавает. Попутно знакомимся с скелетным строением земноводных. И как только совсем с этим разбираемся, отправляемся в следующую лабораторию. Я предлагаю посетить лабораторию Лихтенштейна. Пойдем. Пойдем. Точно так же, как в Кубе, которую я приводил в начале программы, даже целое маленькое детективное научное расследование. Первое, что мы понимаем, это принцип походки, расположение конечностей и без животного хвоста. Как только мы это сделаем, мы сделаем еще и слепок гипсовый, который заберем с собой домой, чтобы подготовить. Далее мы знакомимся и пытаемся предсказать рацион питания этого животного. Вот в такой вот коробке лежит что-то, что это животное употребляет. По этим признакам мы сможем понять строение его черепа, зубов и даже социальную направленность. Наконец, отдельно неприятно, мы будем слушать голоса этих животных. Узнаем, как же говорит лиса, как говорит пожар, как говорит суслик. Все это у нас здесь записано. Пытаемся понять и предсказать, какой голос к какому относится. Вот. И, наконец, самое главное. Когда мы совсем с этим разобрались, мы получаем вот такие вот большие определения. По ним проверяем наши предсказания. Если все было сделано правильно, переходим к самому главному. А именно, можете все открыть большие коробки сейчас. Черепа. Это настоящий черепа. У меня в руке череп козулицы. Знаете, какие звуки? Это череп бобра. Слушайте, серьезно, когда у вас будет еще шанс сфотографироваться с черепом бобра? Сделайте это сейчас. По этим черепам мы знакомимся с ребятами примерно с тем, о чем я вам сегодня рассказывал. Например, какое расположение глаз у косули. Я не знаю, только прошу очень аккуратно с нашими черепами, там ребята им уже зубы подрошатали. Расположение зубов, рога, да, какие они. Это кость вообще или просто какой-то прячь, или может быть это кератин, как у нас волосы, которые отвергаются. Понимаем, как расположены зубы, как они устроены, как расположен слуховой аппарат и где там помещается мозг и какого размера. Как вы видите, у косули, несмотря на размер черепа, размер мозга не очень. Здесь же нас ждет и бобер, и енот, и лисица. И это то, что я обычно говорю детям, но вам скажу правду, это не бобер, это нутрия. Тем не менее, сфотографироваться черепа. Смотрите, сейчас у нас осталось две лаборатории. Я предлагаю не ходить прыгать в лабораторию. Как вам? Да, пахнет там здорово. Очень хорошо. У кого нервы крепкие, крепкий желудок, прошу, можете тоже зайти сфотографироваться с подрошенной селедкой. Ну, просто скажу, что там дети делали. Они подрошили селедку. Они делали это научно, они смотрели, как там расположены жаберные щели, как там расположены... Да, конечно, полный хирургический набор.
Да, польза от этого неимоверная. Теперь они знают, как это делать, можете применять дом. Пожалуйста. Чистить, потрошить, готовить, забавно. Да, ни у кого главное аппетита по большей части не отбивать, в любом случае ваши дети перебезут. Ну и самых стойких я предлагаю последнюю лабораторию, лабораторию Империи Фиркиц. Она будет как раз вот в том направлении. Самое красивое, потому что самое красивое.